Трудно поверить, но программа по развитию овцеводства поначалу вызывала определенный скепсис. В животноводстве Хакасии искусственное семенение последний раз применялось лет 30 назад. Специалистов не осталось. Утеряны были не только навыки, но и контакты. Пришлось наверстывать упущенное. Сегодня набирающий вес приплод доказывает эффективность государственной помощи. Не зря многие эксперты, которые к нам приезжают на сегодняшний день, они говорят о том, что по вкусовым качествам мы не уступаем даже европейским странам. Я имею в виду по качеству производимого мяса. Немного гордость берет. Я вижу, в этом зале есть люди, которые приезжали за 5 баранчиками, взяли 10. Приезжали за 10, взяли 15. Направление хорошее, правильное, я скажу, считаю так. Поэтому от вас поддержка, но от нас результаты. На встрече с руководителями хозяйств прозвучало, бюджет Хакасии добавит программе еще 19 миллионов, доведя годовую поддержку до 54,5 миллионов рублей. Деньги пойдут не только на приобретение семенного материала, но и покупку племенных животных в Астраханской и Волгоградской областях. За племенного ягненка, появившегося на свет в результате искусственного осеменения, республика платит фермеру 500 рублей. Положительный опыт Хакасии высоко оценен на федеральном уровне. Не исключено, что подобная практика станет всероссийской. Эдуард Иванов, Дмитрий Щеглов, РТС.